Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рьюрс, мы продолжаем играть Человека-паука. В прошлой серии мы ловили голубей, искали место для ночлега, наконец-то нашли и узнали, что женщина-кошка опять в городе. И, по-моему, она, если была в тюрьме, то вышла из тюрьмы. Так что здесь преступление какое-то. А нигде, на крыше? Да, на крыше. Просто с базуками чуваки тусят. Я тут ходил, никого не трогал, они давай мне... бомбить, короче, в разные стороны. Давай, вот так тебя. Опачки. Надо было это заснять. Да я заснял. Все хорошо, не переживай. О, пока, базука. Это руки базуки. У него только одна рука базука. Еще одна рука базука. О. О. Покеда. Блин, я забыл вот эту... Если бы мне в 12 лет сказали, что однажды парни в маске пытаются взорвать меня ракетами... Применить. Ну, я был бы в полном восторге. Хорошо, отправляемся дальше. Солома и верблюда. Добраться до башни Фиска нам нужно. Посмотрим, чем же дальше нас сюжет порадует по пути. Но я пока ничего не буду выполнять. Дополнительных заданий. У нас на линии дама, мужа которой... Хотя буду. Что? Нет. Вы не поняли меня? Моего мужа похитили преступники. Его закрыли в багажнике машины. Человек-паук нашел его, спас, а потом задержал вернувшихся к машине преступников. Простите, мадам, я не расслышал последнюю часть из-за ошибки моего ассистента. Но вы же понимаете, что Человек-паук мог подстроить это похищение, чтобы спасти вашего мужа и прославиться за его счет. Намного правдоподобнее то, что он просто поймал настоящих преступников. Ясно, тут мы в тупике. Всего доброго вам и вашему мужу, мэм. Джаред, уходим на рекламу. До ее окончания ты должен успеть уволить себя и нанять заново. Но я прощаю тебя в последний раз. Если бы я платил тебе, я бы выписал тебе штраф. Пойдем сделаем задание вот это. Мне они понравились. Интересные. Так, хорошо, ну давай, заходи. Этот проект является моим ответом на разработки Оскорб в области химического оружия, которые, я надеюсь, все-таки будут прекращены в ближайшем будущем. На станции хранятся противоядия от некоторых особых опасных отравляющих веществ. К сожалению, для проведения сравнительного анализа нам пришлось хранить здесь и сами вещества. Давай. Тут, по-моему, нам дадут поиграть паучком, маленьким таким дроном. Так, Пит, тут будь осторожней. Эта станция улавливает опасные химикаты. Ну, если точнее, она нужна для того, чтобы избавиться от них, если они когда-либо появятся. Чего, я надеюсь, не случится. Черт! Кто-то вломился и выкрал нестабильное ракетное топливо. И, похоже, они разбили контейнер, тут следы утечки. Судя по записям с камер охраны, они только что ушли. Надо вернуть топливо. Мои паукоботы еще в разработке, но это подходящий момент для теста. Их сенсоры уловят след химикатов. Лучше так, чем прыгнуть на вора сверху. Если он испугает, мне нужен тихий уголок, ой, где я смогу управлять выпущенным паукоботом. Так, хорош, собрали, да? Просто бегать нам. Он же ничего не может делать, он просто ходит, да, и все. Этот малыш и соберет химикаты, и приведет меня к вору. Отошли, пешеходы. Тихо. Ну, забавное задание. Вор прячется в толпе. Разгоню их инфразвуком. Никого не хорошит, себе. Но раздражает на ура. Хорошо, что эта штука вредна только при длительном контакте. Ну или взрыве. А утешил. Если... вряд ли. Какой-то он очень быстрый. На, нахрен. След кончается. Он убегает. Перехвачу паутину гранатой. О-о-о, вижу. Эй, попался. А теперь вернем топливо. Есть. Теперь верну топливо на станцию. А мой паукобот очень помог. Придумать бы, как делать их подешевле, цены бы им не было. Ух, ну как сделать подешевле? Бить врагов, и они сами становятся автоматически регенятся, так сказать.
условности игры. Забавное задание. Я вернул химикат на место, усилил защиту станции и послал Юре запись с камер для доказательства вины вора. Я молодец. Красавчик, вообще ничего не скажешь. Доказала пользу всей программы. Ее не должны закрыть, ведь химикаты теперь под надежной защитой. Так, хорошо, давай теперь посмотрим по костюмам. У нас новый костюм появился, смотри, какой красивый. Изолированный костюм. Изолированный. Это в этом костюме он сражался против Электро. Вот такой костюм себе сделал. Он какой-то, знаешь, на костюм Шокера чем-то похож своими вот этими вот... Ой, как надутой куртки. Перьевой такой, знаешь, из перьев куртка. Полосатая, как матрас у него. В простонародье зовут куртка-матрас. Такая же у него система тут. Ладно, это все, конечно, круто. Давай посмотрим, что в гаджетах у нас тут. Ничего. 15 уровень нужен. Можем? Нет. Достопримечательности жетона нам нужны, чтобы дальше делать эти штуки. Ладно, я это все за кадром, короче, буду делать. Потом, когда уже буду монтировать, то есть по вечерам. Так что пока просто идем по сюжету. Надеюсь, ну, за сегодня тоже планирую серии 5 записать. У нас идет, как вы поняли, сейчас неделя Человека-паука. Буду стараться по 2 серии выпускать, но иногда будет по одной выходить серии. Посмотрим, получится из этого что-нибудь или нет. Может быть, даже не неделя, потому что я смотрел прохождение на других каналах. Там уже есть полностью прохождение. Первый же собака денег выпускает. Потому что популярным, более популярным ютуберам разработчики игр сами выделяют эти игры, высылают их за примерно, ну, может быть, даже за месяц до релиза, чтобы они успели пройти, снять там обзорчик какой-нибудь и в первый же день выложить все нахрен прохождение. Я бы тоже не отказался от такой темы. У нас бы выходило бы в день по серии 4 Человека-паука, и я бы уже давным-давно в него проиграл, поиграл бы и прошел. Но пока мне не предъявляют таких привилегий. Очень жаль. Так что у нас будет месяц Человека-паука. Как минимум серии 30 будет у нас по нему. Я надеюсь. Будем делать их по минут по 30, эти серии. Я почитал ваши комментарии уже. Вы просили по 30 минут. Хорошо, все, молчу. Смотрим заставочку. Бег. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Ой, я помню этот ролик. Ну, не то, что даже ролик, а... Ну, вы поняли, да? Давай сюда наверх. Идем по стелсу. Так, где у нас стелс-ловушка, которая пришпандорит... А, такой у нас еще нет. У нас есть только такая. Давай, пустим в него. Ой, а что такое? Что случилось, ребятишки? Безопасно. Надо его подманить сюда поближе. Иди посмотри. Выключаем. Ну или так, можно тоже сделать. Не на ту кнопку нажимал. На треугольник вырубать, на квадратик скрытно притягивать к себе. Нужно нам это делать? Будем считать, что нужно. Ой-о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 й
под бомбу попал. Дурной, что ли? А уйди ты уже. Так, где враги? А, тут никого нет. Я всех перебил. Да ладно. Ты не хочешь там как-то? Ну, хотя бы так сделать, да? Тоже неплохо. Блин. Почему он не может пролезть вот здесь? Ну че за бред, а? Разработчики игры. Лолошки. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Потому что мы плохие. Ни за что. Ну давай.
Ух ты, больно же. Тогда вот так. Ну, держитесь. Спокойной ночи. Эй, Вилли. Ты? Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны. Кто у них главный? Спаси моих людей, и может, я скажу. Спасать одних плохих парней, от других плохих парней. Ё-моё, ты гонишь? Ладно. Да ты давай, прыгай вон туда. Ну, прыгай ты. Чёрт бы тебя драл, а. Идём спасать. Оп. Оп. Это толстожопый вылез. Эй, здоровяк! Думаешь, я долго буду с тобой мучиться тут? Бомбу! Я про бомбу совсем забыл. Ладно, переключимся обратно. Так, хорошо, где тут враги-то? Металла надо спасти. Пойдем. Думаете, пизд не найдешь, ну почему ты не можешь залезть-то сюда? Ну ты че такой каличный-то, господи ж ты, боже мой-то, а? А, даже так можно сделать, окей. Давай, побежали, побежали, побежали. Ему некуда бежать. Вас убьет! Прикончит вас! Барабаньки! Подожди, я хочу вот так сделать. Вот так. Да ну не так, ну ты что делаешь-то? Давай вот. Ладно. А, вот! Все, научился. Я почему-то думал, что на другую кнопку это нужно делать. Ладушки. Помчали. Подожди, я же здесь спас всех. Странно, это очень. Теперь-то точно спас, все. Хорошо. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска. Порядок. Господи. Ну это никогда не надоест. Надо. Я никуда не пойду. Уйди. Хорошо, я понял. Ну, держитесь. Совсем забываю про эту хрень. Надо было это заснять. Отлично. Почти зачистил. Оп.
Будьте здесь, ждите полицию. Подходи, я сказал, не подходи. Да немножко вот так сделать, а потом его, да, вот так. Оп. И кто теперь человек-придурок? Ё-моё! Вертолет! Я привлёк их внимание. А, так, это так не работает. Ясненько. Не так ты сделал. Вот так. Во. Ладно. Он как картоны как раскидывает. Ладно, валим отсюда. Не, отсюда не свалим. Фист, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Бегом, 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 бегом. Что-то пошло не так. Так они видят без глаз. Даже базука энергетическая. Чтоб тебя. Спайдермен, Спайдермен. Давай, давай. Все? За вертолетиком. Это правда случилось? Да. Сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами. Каким нахрен чугунным держи, шаром? Держи, Юрий, я иду. Я разберусь. Видимо, отсылка какой-то серии комиксов. Или не знаю. Похрену. Тут все нахрен отсылка. Каждая ситуация. Давай за что-нибудь зацепись. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай вот так, оп. Ракеты! Этот вертолет ломает город. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Я ж почти догнал его. Давай всю мощь свою. Давай. Оп. Это мой шанс. Давай, ну где там шанс? Дай. Вот он, шанс, все. Ух, наконец-то шанс. Я уж думал, шанса не будет. Я бы, да, плести там, не? Ну или можно так. Надеюсь, я успею об этом пожалеть.
Давай быстрее беги. Без финтов своих. Эй, вы летите в Нью-Йорк? Нормально. Охренеть, ты чё? Мне придется просить вас посадить вертолет, сэр! Минус один движок. Теперь второй. Как нам перелезть на ту сторону? Давай, перелезем. О! Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Это только начало! Надо вырубить второй двигатель. Давай быстрее! Нужен план! Срочно нужен план! У-ху-ху-ху-ху! Наверное, это план! Давай, Пит, ты сможешь! Давай, Пит! Ты сможешь, сможешь, сможешь! По-моему, он разнес только что полгорода. О, да. Типа так они видят. Маски просто чума. Где вы их берете? Вы сталны! Класс, спасибо. А у них есть веб-сайт? Есть! Опс. Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что но? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз. Ха, фанат. О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. Узнали чувачка? Это Майлз Моралес, один из Человеков-пауков. Чернокожий Человек-паук. Относительно недавно появился в комиксах. Может быть, лет 5 назад. Джей, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Простите, обычно я прыгаю на паутине. Как бы ничего не изменилось, но идем, идем дальше. Мне интересно, что будет дальше по сюжету. Но это было жестко, адреналиновый такой момент. Правда, единственное, что не нравится, то, что его уже показали в роликах, в презентациях там всяких. Будем надеяться, что это был не самый крутой момент, и будут еще подобные эмоции, так сказать. Битва на вертолете, несущем кран, в небе над нашими гудящими улицами. На который он мог бы упасть в любой момент, как пылающий шар смерти из раскаленного металла. Вы все еще думаете, что паутиноголовый вас защищает? Но он же их остановил и убедился, что вертолет ни на кого не приземлится. Он все правильно сделал. Правильно? Правильно было бы вызвать профессионалов. Мой сын... Что бы профессионалы сделали нахрен? Сбили бы его. У него тысячи полетных часов и годы тренировок по защите нашей Родины. Но он недостаточно хорош? Конечно, достаточно. Но его там не было, а Человек-паук был. Потому что он сам так захотел. Религия ему запрещает звонить в полицию. Черту, хватит говорить об очевидном. Уходим на рекламу. Мне нужны двойной аспирин и таблетка от изжоги. Кто тут у нас? Красавчик. Нет, слишком рано было. Давай, оп. Поймать этого голубя – моя ответственность. Ой, зачем я это сказал? Иди сюда. Научный жетон, отлично. Достопримечательность надо нам заснять, чтобы прокачать дальше способности. Все здесь важно, все важно, нахрен, всем заниматься приходится. Давай в полете, как тру, как профи. Не получилось? Ну, ничего, получилось. Так сфотаем. Оп. Подожди, город не спит.
Город нуждается в герое. Полиция слишком долго идет. Давайте поговорим по душам. Ваши демоны родители вас не любили. Папа слишком строгий. Мама всегда на работе. Надо было здоровяка вырубить, а не этого парнишку. Ты кому там звонил? Охерел, что ли? Позвонил, видите ли. Оп, иди. Подожди, я помню, что с тобой сделать надо. Оп. Ну, либо так можно. Оп. Пропустил. Оп, пропустил. Падушки. Нарвался сам. Пошел нахрен, сказал. Ну, в смысле, нахрен. Я думаю. Ха, красиво. Для чего демонам так много наличных? Подбросить воздух нужно было 4. Ну ладно. Куда мы идем? Прием какой-то, точно. Пойдем посмотрим. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. А это его племянник, видимо. Мисс Стейнберг мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Батя. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. У него здесь фамилия, видимо, другая просто, и все. Ну, как бы очевидно было, он намекал, что там ребенок у него есть. Просто изменили фамилию. Ну, реально на Трампа похож. Добро пожаловать. Или на Кобзона. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь? Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем... что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю... офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. У меня даже пиджак зеленый. Так, ну это очевидно был... Опа, движуха.
Твою мать! Это было мощно. Майлз! Майлз, ты живой? Майлз! Майлз! Питер! Питер. Майлз! Слов нет. Майлз! Держись. Держись. Слава богу. Слышишь меня, малыш? Меня слышишь? Питер, если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Сорян. Он сейчас замаялся тут поиграть. Да. Мам! Уже чутье есть. Хорошо, но очевидно, идем за матерью. Это безумие. Пойдем, пойдем, что ты ходишь-то? Мощно, очень мощно. Мам! Мам! Майлз! Я могу дышать! Скорей! Вот черт! Скорей! Думай! Скользит! Держу! Мам! Майлз! 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 О, ты в порядке? Молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты, ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке. А, нет. Мне надо найти папу. Папа. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Сейчас бы еще понять, куда идти. Наверное, сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. И не сюда. Ясно, он тут показывает для тупых. Вроде меня. Залазь, будущий паучок. Папа жив. Я знаю. Там. Охренеть. Что за черт? Вы что, гоните? Вы гражданских расстреливаете? Алло! Дебилоиды! Что да это ты? Санька, не капулю! Сюда! Рано. Меня заметят. Я могу попробовать обойти их по краю. Ну он пасет же, ты чё? Тупенький. Ты серьезно, блядь, не видишь? Ну конечно, маска же без глаз. Там стекло битое. Осторожней, чувак, ползи. Нет, нет, нет!
Зачем всех-то? Хотя это же террористы. Им лишь бы побольше жертв за собой забрать. Тебе меня уйди. Назад. Убери свою светилку. Мидлджин, где за зал? Пока не могу. Нормально, давай, пойдем. Опа-опа-опа. Они же наверх все равно не смотрят. Мразь. Вот и валите отсюда. Папа был там. Надо ему помочь. Сейчас поможем. Ходи. Я найду тебя. Как бы папа. Его там показали. Ну, все красиво стоял. Мартина Ли это. Папа. Папа. Папа, нет. Очнись, пап. Очнись. Очнись. На этой ноте предлагаю закончить сегодняшнюю серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать этот ролик лайком, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем счастливо, всем до новых встреч.